Дорогие друзья, мы продолжаем дальше. Следующая весовая категория 57 килограммов. Встречаем бойца из Кыргызстана, Сапаров Бекзат. Наши бойцы уже здесь. Мы ждем вас в октагоне. Сапаров Бекзат, Ахладов Акмал. Бойцы, бегите к нам, поактивнее, наши зрители очень ждут вас. Наши бойцы готовы, в красном углу, весовая категория 57 килограммов. Рост 165 килограммов, в синем углу. Боец, количество проведенных профессиональных боев 3. Все 3 победил, 0 поражений. Команда Алмата 1996 года рождения. Тренер Абдучапаров Фарух. Встречайте бойца Сапаров Бекзат. Его соперник в красном углу, 57 килограммов, 168 сантиметров рост, представляет Узбекистан. Встречайте, друзья, Ахадов Акмал. Бойцы на середину. Слушай, моя команда четко, за шорты, за сетку не держим, позвоночник. Ах, затылок не работаю. Пожали руку друг другу. По углам. Удачи, бойцы. В синем углу максимум 2 секунданта. Остальные уйдите. Работаем, бойцы, активно. Технический нокаут!
Бойцы на середину! Бойцы на середину! На второй минуте первого раунда техническим нокаутом победу одержал боец из Кыргызстана Сапаров Бекзат! Поздравляем Бекзата! Ваши аплодисменты, друзья!